И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Данил, и мы продолжаем прохождение Call of Duty Infinite Warfare. Вот, собственно, в прошлой серии мы позорвали пару крейсеров. Так, сейчас мы посмотрим, куда мы дальше двинемся. Так, ну-ка давай карточку мне открывай. Так, Венера. Обозначил основную цель в районе Сатурнуса. Команда расшифровала данные флота СДР. Доступны новые воздушные цели. Да. Так, ну давай, наверное, пойдем пока по сюжету. Так, операция «Горящая вода». Так, основное задание. Уничтожить ключевую топливную базу СДФ. Понятно, перк непробиваемый. Вероятность успеха 71%. Нормально. Горящая вода. Нужно снизить боеготовность СДФ. Наша цель. Горящую воду дали. Там базируется заправочная станция СДФ. Вы посадите катер за охраняемым периметром и найдете место для высадки подкрепления. Как Понятно. Только подкрепление сядет, вы уничтожите их топливную башню. Наша цель — башня. Именно. СДФ придется уйти в оборону и подальше от земли. Капитан, признаюсь честно, я немного завидую вам. Я пошел бы с вами, если б мог. Конец света. Да сидишь он в кабинете, адмирал. Что ты там будешь? Ключ на старт. Начинаем прыжок. Даю сигнал. Прыжок через три, две... Одну. Ох, мать твою! Как расчеты? Смещение, точность 0,86. Можешь вернуться на курс, Крок? Попытаюсь. Нагрузка на корпус. Мы покойники? 9:1, что нет. 1:9, что да. Стоп на входе. 3, 2, 1. Оп. Статус. Отклонение составляет 0,5. Удачный прыжок. Да ты ас, Крок. Вот. Сопроводитель. Нормально. Есть, мэм. Пойдем, чё. Ух, да, прыжочек такой был. Уже 30 лет, как с Титана вывели войска. Испытание огнем. Пожар топливной башни будут еще долго вспоминать. На борту или дома? И там, сэр. Связь, вероятно, будет неважная. Надеемся, что разберем. Потерпим как-нибудь. Задайте им. Ой уж ты, не сомневайся. Идите за мной, сэр. Пойдем. Все чинят, смотри. Как дела? Командир, при каждом прыжке вылетают клапаны. Как продвигается? День и ночь латаю, сэр. Ну ты давай, держи меня в курсе. Сейчас еще метр. Подниму. Кистак все еще будет сверхзвук. Опа. Только на полном ходу. Загрузка. Капитан, мы тут вооружаем пехоту для Титана. Через 5 на полетной палубе. Не буду мешать. Нужно подготовить для вас карабины. Спасибо. Ты как-то странный парень. Да. Бой? Нет. Типа... Мой отец гидропоник. 30 лет с трубами возился. Ушел на пенсию перед приходом СДФ. Тогда всыплем им. С радостью. Давно было пора им всыпать. Как будем действовать? Совместная операция. Вы да я. Пойдете? Конечно, пойду. Конечно. Разведка боем. По-тихому. Вторгаемся в запретную зону. Да, самое лучшее в этом, что СДФ тогда разрешения не просил. Вот и мы сейчас не будем. Мои шакалы уже наготове. Шакалы. Действуйте так, как на Луне. И это место наше. Горд служить, сержант. Гордость служения, стопроцентная брехня, Рейс. На первом месте должно быть задание. Чё это ты ясно. Такой не очень. Но уверен, сержант отлично знает, что слово «гордость» прописано в присяге. Меня всегда что-то возбесило, сукины дети. Это белая униформа, эти подлодки. Подлодки? Да, только на флоте делают тонущие корабли. Шутканул. Капитан! Возьмем это на собой. Он нужен команде. Он будет рад это слышать. Он десантников очень уважает. Ха, еще бы он их не уважал. Смотри-ка, подружился. Ты в деле. Иди на Ворон 2. Командир приготовил для вас лучшее снаряжение. Давай позырим. Чип поможет вам обнаружить врагов, если они попытаются подкрасться. Хорошо, прям. Вот это мне нравится, молодец.
Так, что там? Тактическое, боевые. Складной щит, стена пены. Интересно. Так. Здесь что-нибудь есть новое? Пока что-то нету. Ага, понятно. Ну все, поехали, что я тебе доверяю, Гриф. Нормальные штуки предлагаешь. Работай, снаряг. Пустым. Хорошо. Мужик знает, чего хочет. Удачи, сэр. А, нельзя прицелиться. Че, пойдем? Что скажете, сержант? Пора на выход, капитан. Go. Не надо, босс, больше не повторится. О, вас-то я и искал. Как у нас дела? Ворон-2 уже готов. Осторожно, полеты в атмосфере Титана, это вам не шутка. Кто будет за штурвалом? Бокс. Сядет он без проблем, но потрясет вас знатно. Вас укачивает штаб-сержант? Никогда. Все бывает в первый раз. Стройся! Вперед! Все по местам! Все в местах. Будет трясти. Нет проблем, сержант. Если вырвет, не страшно. Есть для вас место у прохода. На той стороне слева. Первое. Спасибо. Так, шлем одеваем. Ну ладно. А, ты что, заблудился? Эй, остановитесь, остановитесь. Вот со мной. Не обращайте внимания. Присядь, боец. Есть, штаб-сержант. Прикольно. Код один, капитан. Старт по сигналу, бокс. Есть, сэр. Начинаем прыжок. Кстати, я немножко там глядел стрим. Кстати, он про бота по-другому говорил. Типа там из-за него ручаюсь или что-то такое. Есть. Держитесь, начинается. Идет с нами. Я лично ручаюсь этого железного лица. Все нормально. Он один из нас. Итан, какая позиция у ВМС насчет перестрелок? Высылайте десант. Это вам, капитан. Касима, ты как? Так, мутит чуток. Нормально. 10 секунд до высадки. Надеть маски. А сейчас будет бойня. Чисто. Брукс, дверь твоя. Так, Итан, давай, прикрывай. Наши задачи таковы. Высаживаемся за заводом. Проникаем внутрь и отмечаем точку высадки. Ясно? Ясно! Че, поехали? Вперед, пацаны, давай. Блин, он красивый. Ох, нихера себе, слушай. Красота. Бокс на старт. Есть. Возвращаюсь к вам. Кто-нибудь понял? Он нас встретит на посадочной площадке. Возможно, перебои связи, погода не к черту. Знать ничего. Прорвемся. Похоже, тут было не так уж плохо. Мы с отцом тут недалеко на лодке катались. Блин, круто так, слушай, прям. Мне так это уж точно. Красиво прям. Сюда прилетел. Хотел для себя и семьи лучшей доли. Да, с приходом СДФ все поменялось. Он воевал? Оставь сержанта в покое, Итан. Не-не-не, капитан, я не против. Слушай, дружище, мой отец жал на курок. О, ветряки. 32-я бронетанковая. А, победа или смерть? Именно так. Выжил в двух авиакатастрофах на Деймосе. Яблочко недалеко упало. Достаточно далеко. 32-я, это же армейские. Я стараюсь увидеть его. Хера тут. Так, что там? Что-то есть.
тут было неплохо. СДМ вторгся и устроил здесь трудовой лагерь. Два ствола. Отец вовремя ушел отсюда. Да, этим явно не так повезло. Да. Что делаем? Вот же дерьмо. Даже дети были, ничего себе. Взвод! Сюда, вот здесь! Опа! Давай, давай! Нам нужно зачистить эту зону и добраться до топливной башни! Брукс, Касима, обеспечить охрану! Мы с капитаном сворачиваем налево! Сержант! Итан, поддержи их! Так. Вражеская активность впереди! У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Капитан, ваш монитор может отслеживать настороженность врага. Значение шкалы маны вас не видит. Твою мать, вот это вот. Ладно. Поворачиваем налево. Ну, мы проверили. Итан, поддержи их. Вражеская активность впереди. У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Капитан, ваш монитор может отслеживать настороженность врага. Значение шкалы маны вас не видит. Не светитесь, капитан. Разведчики справа. Я понял. Понял. Рассредоточимся, капитан. Чисто, все приказано. Тихо. Ваш ход, десантники. Цель уничтожена. Обращайтесь. Ну, отлично. Оперативно, Касима. Чисто, можно идти. Принято. Держитесь, капитан. За что держаться? Сюда. Смотри-ка, прям. Такой стелс прям. Что там у тебя, Касима? Вражеская мега. С ней патрули. Советую зайти внутрь. Ясно. Внутри два охранника. Все. Этим я займусь. Еще один. Где второй? Дальний вход. Идет к вам. Пока ничего. Продолжаем искать. Похоже, у нас гости. Иду на перехват. Нужна помощь. В моем районе. Чисто. Ждем приказа. Противник! Готов. Вроде тихо. Берегитесь, робот. Чисто. Ждем приказа. Не советую с ними встречаться. Привет. Иду к вам, капитан. Рух на магазине встретимся позже. Множественные цели на выходе. Ваша очередь, капитан. Все в норме. Уничтожены. Теперь чисто. Хорошо. Спасибо за помощь, напарник. Внутри охрана. Хера себе. Ну, башку размозжил просто. Впереди две цели. После вас, капитан. Ждем приказ. Валите их, капитан. Противник, брать. Давим. Уничтожены. Теперь чисто. Отлично. Нифига, прям оперативненько работаем. Еще, прямо по курсу. Челнок. Не светитесь, капитан. Прочесываем сектор. Прием. Так, пусть прочесывают. Готов. Оп. Да блин. Так. Четыре цели. Бросаю антиграф по моему сигналу.
Все под контролем. Замочим их! Готово! Пройдем. Вообще без, вообще без, без палева. Так, тихо. Открываем дверь, капитан. Витам. Прикрывайся, чё? Понял. Есть, держал. Закрылась дверька. Так. Пробирайтесь, капитан. Давай, давай. Аккуратно. Тихо и незаметно. Мать моя женщина. Кажется, что здесь удобно сесть. Места хватит для разгрузки двух воронов. Передаю. Возмездие, рейдер 1-1. Посадочная площадка защищена. Нужна артиллерия. Принято. Рейдер, сбрасываю груз. Ну-ка. Чего ушли-то? А, понятно. Нужно зачистить тот, чтобы птички сели. Раз. А сейчас зачистим. Огонь по вашей команде, капитан. Там ящик с ботами и щейками. Отличная штука для засады. Так, ну-ка. Денег что-то не вижу. Пока. Ага, работаю. Перегруппировка за мной. Вон, пацаны подоспели. Так, ну чё? Рейдер главному, маяк установлен, можно садиться. Как слышно? Принято. Время прибытия сил 3 секунды. 3 секунды. Опа. До касания. Отойди от маячков. Вороны на посадке. Как только закончим здесь, подвигаемся к топливной башне. Подорвем топливную башню. Нормально так, слушай. Оперативно вообще работают, ребята. Фига себе, бронетехнику. Вот это здорово. Ну, бьемся рядом. Инженер Макалум отправила это с броней. Сказала, это подарок капитану. Что это мы такое видим? Боевой танк Си-12. Ручное управление огнем. Очень тупой. Очень мощный. Он так сюда. Надеюсь, он как Итан, только клевый. Не смешно. Внимание. Заправка в полукилометре по каньону. Держать позиции за бронетехникой. Мои парни, за мной. Ясно. Нам нужно взять станцию. Через ворота. Выдвигаемся. Да, все возьмем. Сейчас парнишка дверки откроет. Я понял. Я думал, по-другому откроет, но... Что с этими Си-12 были несчастные случаи. Что за случаи? Есть данные, что они склонны в бою внезапно атаковать своих. Твою мать, это правда? Нет. Заканчивай с этим, Итан. Есть, сэр. Шутник. Сканируйте свои сектора, мы приближаемся. С ребятками поверху. Какое оживленное движение. Башня. Ёб твою мать. Это наша цель. Строимся в боевой порядок на этом гребне. Разведать обстановку. Не высовываемся. Сидим тихо. Брукс, что видишь? Патрульные по всему периметру. Вход один через главную дверь. Ясно. Броня нам в помощь. Итан, что там с тем Си-12? Его ракеты связаны с наручным компьютером капитана. Метку на цель.
Запускайте, сэр. Да. Школьный огонь. Бахер. На 12 часов! Так. Ей! Так. Так, что там у нас происходит? И там? Мы должны снести топливную башню! 12, и там ты что не стреляешь? Не отвлекаемся! Мы должны снести топливную башню! Откуда пальба была? Вот опять такое. Ну просто какая-то рандомная очередь, просто по мне, чтобы я не расслаблялся. Конечно, не видишь. Плохо. Не отвлекаемся! Мы должны снести топливную башню! Тихо, тихо. Группа контактов! Да откуда? Отлично. Мы 4 патрона осталось. Ствол нужен. Пистолеты остались. Так, тупо. Стрельба по-македонски, а? Видишь кого, не? Опа, да вот это возьмем лучше, нормально. Тихо. Что-то там открылось. Вот так вот. Только 3? Стреляй, стреляй! Мы на полпути!
Стреляем, стреляем, чё. Нормально. Давайте зачистим. Надо добраться до башни. Да, ступай. Огонь по той мерге! Из всех орудий! Вы что, идиоты, что ли? Так кто меня... Да твою мать! Как в нее стрелять? Если я бы только выглядывал, короче, прилетает. Как я умер, блядь, вот опять. Ой, вот это вот, короче. Давай, давай. Твою мать. Тот какого ж хера? Так тупо. Да лишь ложись ты, мать твою. Ой, дурак. Стреляйте по рукам, капитан! Да погоди ты, дай, блин, нацелиться, ёб твою мать. Где она вообще, мразь? Что это было? Вот как... От... Где она была вообще? Что? Почему? Ой, мразь, а. Так, одно есть. Что делать, что делать?
хера себе, вот это было. Вот это было круто. Сейчас меня еще убьют нахер тут. Сержант, вступить в СКАР никогда не поздно. Если электроника не повреждена, может перезагрузить C-12? Давай. Ты как, живой? Какая живучая железяка! Какой-то он. Вроде нормально, слушай. Чума, я рейдер. Мы в секторе. Готовьте авиацию. Как слышно? Нет приема, рейдер. Повторяю, нет приема. Чума, Солтер, повтори. Связь потеряна. Поднимается шторм. Херово. Внимание, у нас гости. Может, наша авиаподдержка? Ага. Не похоже. Твою мать! Вы в порядке, сэр? Нормально, нормально идем, давай. Бежите. Да, вперед. Побежим, побежим. Твою мать! Давай, давай. Чё, один не справляешься, да? Давай, давай! Внутрь, внутрь! Ещё двое сзади! В сторону! Ох, ёб твою мать! Говорит адмирал Сален Коч Залимба. Всем силам ЮНСА приказано немедленно сдаться и сложить оружие. Тунцалоса с ней. Мы не подохнем на коленях. Ни здесь, ни где-либо еще. Нужно скорее уходить, пока по нам не бьют. Мы останемся и дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Остались лишь мы. Ну, у нас все. Выдвигаемся с теми, кто есть. Как повезет. Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача да. Взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Итан, откроешь лифт? Есть, штаб-сержант. Это на крышу. Прикройте нас крупным калибром. Дойдете, скажете. Итан, ты со мной. Есть, сэр. Пойдем. Понял. Поехали. Вы двое. Глаза стыдные мои. Точно. Поднимемся по лестнице. Да, все там увидимся. Да что ты скайп мне звонит, звонит, а? На победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Иди с своим этим ночным дозором команды, понял? Тварь. Я на месте. Ох, мать. Посмотрим, каков ты в деле, Коч. Я выведу этого туса из игры, капитан. Будь осторожен, Крок. Это ж как вулкан плевать, сэр. Нормально. Спасла твою задницу. Ну чё? Почему как всегда. Долго? Не было связи. Я знала, что вы в беде. Вовремя. Внимание на экраны. Смотрим оперативную сводку. Мы лишились C-12 и штурмовых машин. Без их артиллерии, чтобы взять башню, надо атаковать с воздуха. Маккалум указала на турбину для отвода газа. Мы ударим по ней, давление подскочит и башня взорвется. Ну что, готовы к веселью? Давай. Как у этих, в «Звездных войнах», когда они звезду взрывали. Звезду смерти. Залетели внутрь. Ударили по слабому месту. Отлично, десант. Дальше СКАР справится сами. Принято. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Понял, штаб-сержант. Готовь боевой раскрас, Рейс. Покончим с этим дерьмом и поедем домой. Вижу их. СКАР-2, нас преследуют. Где вы? 1-1, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение и идем к вам. Есть 2-1, попадание. Нужно прикрытие. Нихера себе. Закругляйтесь и прикройте нас. Принято, чума.
Сдохни, сдохни, сдохни. Есть. Зададим жару этим шустрякам. А куда ты улетаешь, слышь? Чё цель-то не захватывается? Да твою мать. Все, что ли? Да нет, вроде. Да ты мразь, а? Ловушки. Подбитые. Тихо, 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 где он? Так держать, один двигатель готов! Ракета противника. Нужно разобраться с защитными комплексами перед посадкой. Ракета противника. Твою мать! Еще один, что ли? Твою мать. Так, господи, прицелься ты. Есть контакт. Есть. Ох, мать, нихера. Ракеты. Ракеты — это круто. Долго мы их валить будем, так? У нас вроде чисто. Ты можешь открыть турбину изнутри. Давай, приземляйся. Скар-2, прием. Мы стоим на турбине. Ух. Принято, 1-1. Было жестко. Прикрой. На два шага впереди тебя, Бронер. А я нихер. Залево! Готов поразвлечься. Как о, всегда. Да. Опа, волк. Да твою мать! Вот я даже не вижу, откуда стреляют. Вот. Как вот можно так вот, я не знаю. То есть оно их херачит, и я просто не могу стрелять. Прикрой. На два шага впереди тебя, Бронер. Как всегда. Да, давай. Берегись! Это Скар! Мать сорянчик. Да собака, ну как, блин, даже назад не могу отойти, ну чё за херня? Ну хоть отсюда, блин.
Да ты смотри, а что творят, блядь, ну как так? Идем дальше, блядь. Конечно, идем. Суки, блядь, сдохните нахер там. Мрази. Да ты сдохнешь, нет? Ляхай ты, господи. Давай этот херач нам. На эти твари. Сейчас, тихо. Тихо. Ай-яй-яй. Мразя. Какой нахер фронт? А где ты вообще, блин? Мразь. Блюдок, мать твою, а? Давай, давай уже. Защита турбины отключена. Поняла. Ты слишком близко, Рейдер. Турбина отключена. Всем скар. Прием. Турбина отключена. Жим. От Крока ничего не слышно? Пока ничего. Они в порядке. Не беспокойся. Надеюсь. Да, нормально все не ссы. Нужна вера. Давай, давай, быстрее. Итан. Давай, залазь, полетели. Фитиль зажжен. Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трупа, наслаждайся фейерверком. О, прикольно. Миника тут у вас. Как бенгальский огонек. Сейчас такой. Ей! Охренеть. Я бы сказала, взрыв подтвержден. Вообще, воистину. Подтвержден. Ну и зрелище вы здесь устроили, Скар. Рад тебя видеть, Крок. Ты покойник. Мы тоже. Нам удалось оторваться от Олимпа в облаках. Что ж, давайте убираться отсюда, пока они не нашли нас. Так, вот базаришь вообще. Командуй. Все Скар, на старт. Принято. Возвращаемся на базу. Система запуска работает. Вперед. Давай, поехали. Зажигание. Ей! Тяга штатная. Возьми, все так эпично все давай, слушай. Запускаем взлет вот такой. Возмездие, рубеж 19 тысяч, поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Ох, мать! Да вы чё? Корректировка систем. Капитан подбит! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть!
Давай, давай! Он у нас на хвосте! Маневр уклонения! Работай, ну же! Переход на ручное управление. Я иду! Двигай уже на возмездие! Крок, жми на газ, мы прыгаем! Есть, сэр! Розок убит! Твою мать! Пытаюсь! Капитан, пора катапультировать! Нет, я вас вытащу! Столкновение неминуемо! Надо прыгать, сэр! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! 1-1 вне игры! Я в корпусе! Херово! Возмездие! Выходите из боя! Отступайте! На подходе еще несколько! По нам стреляют! Выходите из боя! Сейчас же! Нет! Мы вас не оставим! Крок! Уходи! Это приказ! Понял, сэр! Охереть! Мы вернемся, Рейс! Ты слышишь? Мы тебя найдем! Попутного ветра 141. Эти улетели. Капитан, ваш скафандр. Меня задело в кабине. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Да вы чё, слышь? Капитан, что мне делать? Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Нет-нет. Ты мой брат, Итан. Ваш говорящий брат — робот. Именно так. Ты красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Да вы чё, как так-то? Похоже, вот и всё, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Капитан. Да ладно. Капитан. Да вы же не убили его, правда? Капитан, слышите меня? Капитан Рейс. Сейчас очнем. Вот так, Мана. Открой глаза. Я Фэрон, капитан Тигра. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Вы в челноке Тигра. Я возвращаю вас на возмездие. Корабль, мои люди... Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. О, хорошо, блин. Что случилось? С вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. От безысходности, капитан. И к тому же скромный. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50% потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожно. Да, вот это спасибо, капитан, конечно. Я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты... Ты готов? Всегда готов. Экипаж ждет вас, капитан. Фух, вот это за одну миссию столько событий, да, охереть просто, блин. Ах, сидишь такой на нервах, такой, как так вообще? Так, что там сейчас будет? Так, сейчас, если ролика не будет, то все, заканчиваем. Ну да, все, тихо. Все, на этом заканчиваем нашу серию.
Блин, это был вообще такой эпик просто. Охереть просто. Серьезно. Классно. Ладно, продолжим в следующей серии. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Twitch канал. Все ссылочки будут в описании к видео. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.